Так, сегодня мы находимся на союзническом военном кладбище Мурманска. Я вроде бы снимал, но не могу найти все в роликах на канале. Искал, поэтому решил снять еще раз. Эти памятники были воздвигнуты в память воинов британского Содружества наций Соединенных Штатов Америки, погибших, принеся помощь Советскому Союзу в время Великой Отечественной войны, 41-45 год. Вот, тут еще возложен дизайн. Ну, почитайте, я тут. Они старятся, как мы стали старыми, не тронет время, не подвластными. Здесь по-русски, здесь английский. Ну что ж, пройдемся. По периметру кладбища внесено забором таким. Красно-черным почему-то. Вот здесь вот. Я не знаю. Тут написано по-нерусски. И, ну, видимо, мусульмане были. Вязью арабской. Харам Уман. Это, видимо, полнушки растут. Видимо, мусульманские такие захоронения. Четыре мусульманина. Так, ну идем к главному памятнику. Кто еще будет здесь? Не на русском языке, но мне кажется, даже не на английском. Здесь, ну здесь по-английски написано. Здесь переведено. 50-ю годовщину начала Второй мировой войны. Через польского матроса. А, честь польским матросам, павшим в конвое к Мурманску, соотечественники. Прохожий, скажи Польше, что видел ты нас здесь лежащих, когда святым ее послушным мы были. Парень. Это не польское слово. Ее. Ну, не суть. Главное, что Польша. Польша же была под гнетом оккупации, странно. Ну, типа, польский все, поэтому понятно, что он по-английски был. Так, вот, идем дальше. Поля какой-то. Кто мог посетить в конвой? 42-45 году участвовал. Где же они взяли? Там. Идем дальше к следующему. Ну, тут немного, честно скажу. Очень небольшое кладбище. Тут тоже он конвоир. Ну, читайте. У некоторых возраст указан, у некоторых не указан. 25 лет. 34. Вот воровской вязью. Или как это называется, не знаю. Или мусульмане были. Ну, крестов нет. Вот. Звезда Давида. Понимаю, атеистам не ставили никаких религиозных символов. Мне нравится, что у каждого надгробия есть такой типа герба. Герб. Андерсон. 16 лет. Вот он, 16 лет. Это что он там делает? Ну, кто знает английский, можете перевести, что здесь написано. Вот такое не кладбище. Так. Вот есть памятники, у которых есть цветы. Хоть искусственные, но есть. Почему-то. У некоторых нет еще. Так, вот здесь тоже такие. Ну, это отличается. Памятник. Еще не отличается тем, что в другую сторону повернуты. От гроби, допустим. Вот все так. На запад, а это на восток. Если не ошибаюсь. Вот такое кладбище мы посетили сегодня. Вот. Всем удачи. В следующем видео я пойду по основному кладбищу дальше гулять.
Now, ladies and gentlemen, this is a song about my ex-girlfriend. Yeah, mine too. Mine too. Hey, hey, shut up. Hey, maestro, let me get a C flat.